Итак, ребята, всех приветствую. Ну что, погнали дальше. Сектор Империалис. На улицах слишком тихо, так и несет ересью. Похоже, оборона местного Милитарума, да, не слишком хорошо сработала. Зачистите жилую зону, отлично. Идем зачищать жилую зону. Рабочая сила пропала без вести, население жилой зоны низкое, недопустимо низкое. Опа, там что-то видно, ну-ка. А как им не попасть? Никак. Ну-ка. Ну, как будто бы нет. Ладно, может мы, конечно, обойдем и попадем туда как-нибудь с другой стороны. А еще у нас все улучшения для Больтгана почему-то пропали. Гражданский долг выполнил. Лишь смерть освобождает от повинности. Класс. Что еще? Никуда тут не залезть, не запрыгнуть. Ну, как бы нет. Так, так. Нет, ну тут трубу мы не сможем запрыгнуть. А мне-то как тебя атаковать? Окей, ладно. Так. Это параллельная дорога, которая идет той, где мы были. Ого, это с чего это он меня такого стрельнул? И броню у меня все забрали, конечно же. А, ну вот, да, я их отсюда и видел. Хорошо, хорошо. Так, ну, вроде ничего не пропустил. Все тут внимательно осмотрел. Обнаружен вход в жилую зону. Необходимо устройство входа. Какой-то клавис. А, ключ. Лазим, посмотрим, что там. Ух ты, туда нам надо. Архитектурная функция, мемориал. Почтение обязательно. Как почтить? Непонятно. Ой. Откуда вы взялись, не понял. Так и запрыгнуть. Подсчет уровня веселья. Какого чего веселья? О, господи. Тут можно, конечно, по-умному просто вот так зайти, но... Нет, туда не запрыгнуть, к сожалению. Так что, видимо, нужно искать какой-то там другой путь туда. Ну, зато понятно теперь, откуда эти челебосики видите. Я тут думал, тут... Нельзя пройти. Да ёп. Ой-ой-ой.
Опа, это что, новая пушка? Да, это дробаш. Сейчас я его, наверное, возьму и отовсюду полезу. Враги. Давайте в этом убедимся, да? Стараюсь немножко на опережение стрелять, а и не попадаю. Так, тут закончили. Ага, вот ключ нужный нам и венок тоже нужный нам. Так, как мне... Предположения потерялись? Нет. Найдена аптечка. Где ты ее нашел? Экспериментирую. Такой прыжок. А если через клавишу F? Нет, он просто по прямой ускоряется. Ладно. В прыжке это не работает. Ну попробуем туда заскочить. Вдруг перканет. Иху! Еще его так борзо его снес. Давайте гранаты обязательно заберем. Снизу тут пройдемся, посмотрим. Вдруг там что интересное упустили. Ну да, там. Походу, когда вот этого здорового уничтожаешь, то из него мелкие вылупляются. Как будто бы так это работает. Так, это, наверное, тоже секрет, да. Да. Я пока с Больтганом все-таки похожу, он все-таки лучше справляется с поставленными задачами. Кармливают хилами, я не понял. Что, бойня сейчас какая-то будет? Так, ну это я понял, там пацаны хотят подраться, и там пацаны хотят подраться. Ага. А тут ключ нужен. В форме буквы F. Окей, пойдем сначала сюда, здесь меня уже заметили. Серьезно? Ладно, секрет так секрет. Не знаю, что-то секретного. А, это улучшение, кстати, мы уже находили и пользовались им. О, господи, что ты меня пугаешь-то? Там вот тоже могли бы сделать секрет. Ладно, нет, так нет. Давно никого не кромсали. Тут ничего, тут ничего.
Это что еще за огневик какой-то? Все, ты успокоился? Ох, ты знай. Он еще и за мной пошел. Он еще и не один. Порезал что ли? Вот тут мне повезло. Так, да, наверное, не надо запрыгивать. Ну да, не похоже, что туда можно запрыгнуть. Ай-яй. Иногда неплохо бы уворачиваться в хуй, учитывая, что летят они крайне медленно. И вполне можно задоджить их без особых проблем. Ключ. Понятно. Так, мне показалось, что там наверху что-то есть. Нет, ничего нету. Это просто часть интерьера. А гранатка у меня и нету больше. Тихо. Не попадаем на огненные штуки. Понял, мы круг просто сделали и с другой стороны вышли. А ну-ка стоять, куда ты? А, тварь! Еще один. Надо сейчас подзарядиться. Все словил. Ни одной не пропустил. Все снаряды попали в меня. Офигеть, эта штука самонаводящаяся, что ли? Это прикол. Ну, у нее, да, у нее там есть какой-то им небольшой. Я завалил. Судя по всему, да. Гранатки. Гранатки это хорошо. Берем. Тихо. Сами себя подорвали, что ли? Ну, кинули гранату и напоролись на нее, дураки. Он пошел вон.
ключ в золотаре. Кто-то где-то там пукает. Ну, сейчас туда сходим, посмотрим. Я тут еще не все смотрел. Ну, вроде как нечего там делать. Ага. Ну, что считается секретом, хотя абсолютно они вот как бы параллельно друг другу находятся. Болтер не распространяется. То есть, каким оружием в руках я взял, на то и вешается это улучшение. Ну, понятно. Он как-то не особо атакует меня. Боюсь, что ему хана. Я чуть было еще и назад не плюхнулся. Я что-то прыгнул-то назад и не посмотрел туда. Так, могу шлепнуться сейчас и начать сначала. О, это тот, который упал. Все-таки он там не разбился, как оказалось. Он падал оттуда и, по сути, падал туда. Эй, бля. Так, там вылезли пацаны уже, но я сейчас разберусь с ними. Опа! Никакого секретика тут не спрятали. Ну ладно. А, снизу мы поднялись, я понял, мы вверх идем. Причем вниз теперь.
А, нет, мы тут не были, наоборот, я понял. Начинается зачистка, а что я взял? Не понял. Что произошло-то? Так, ну там куча пацанов этих ходит. Ого. Так, хрен два, я допрыгну до туда. Ну, надо подумать, как это сделать. Больше. Буквально секунду отвернулся. Так, теперь слишком массированный обстрел. Завалили? Нет. Теперь да. Там что, какой-то призыватель идет, что ли? Какой-то терминатор хаоса, короче. Отвали от меня. Ты отвали. Ой-ой-ой. Какие-то я там серьезные удары ловлю. Не прыгать. Опа, да там все это время какая-то новая пушка была в центре. Еще один. Область освещена. Так, давайте разбираться, нам это все нужно. Куча-куча всякого полезного. Если я боюсь, если я туда пизданусь, то я могу не выжить. Автосохранения нет, не надо. F5 походу еще и не работает. Так, 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 так. Ну вроде должно получиться. Обнаружено искаженное влияние вычисления источник загрязнения жилой зоны. Что? Ну, это плазмоган, короче, походу, да. Самый дефолтный. Так, как мы туда попадем? Надо сейчас подумать. В теории я, наверное, долечу оттуда. Ну, надо попробовать, потому что каких-то других очевидных вариков туда попасть я не вижу. Нет! Да. Недолет, недолет. Отсюда нет. Ну, если на самый верх подняться и откуда-то прям основательно сигануть. Давайте посмотрим. Ну, от оттуда, типа, да. Оттуда-то я точно долечу, но надеюсь, не разобьюсь при этом. Ну да, выглядит так, как будто долечу.
раз, только мне это уже не надо. Но можно было вообще, конечно, очень эффектно начать, типа... Просто спрыгнуть туда и вниз там всех налево, направо расстреливать. Вообще просто как не в себя. А так мы... Ну тупо ради секрета это все только. Гранатки. Ну дайте мне в кого-нибудь стрельнуть-то с новой пушки, а? А, все, конец уже. Я кого-то пропустил, офигеть. Кто-то 1% выживших. Как так вообще? Обидно, конечно. Крайне обидно. Ладно, давайте дальше. Тихие мученики. Единственный путь лежит через мавзолей. Идите по священным костям аккуратнее. Кто знает, каких духов вы можете пробудить. Ну, поглядим, каких. Ой. Что за нурлинг? Осторожно, оскверненные святыни, может быть, расценены как ересь. Ага. Ага, понятно. Так, ну давайте испытаем новую переделку нашу. Найдем какую-нибудь жертву. Так, там ключ нужен. Одинаково со всех сторон, ясно. Тоже ключик надо. Ну давайте снова наверх поднимемся, может, я лучше там попонятнее станет. Ну да. Здесь мы еще не были. Я просто буду вперед стрелять. Ух ты! Минуту я не ждал вас.
Отсюда зато можно осмотреться. Вдруг что упустили. Если что, как минимум сюда, наверное, можно запрыгнуть. Но не вижу, куда дальше после этого можно идти. Да, в этом какого-то практического смысла нету. Давайте красную дверь тогда искать. Это все фиолетовая дверь. Красная, это где? Может, найду, конечно, еще каких-то... А, вот она, одна из... Красных, да, она же одна, потому что фиолетовых-то я две насчитал. Опа. Это секрет, реально. А-а-а, это вот, видимо, то место, которое открылось. Да-да-да-да-да, здесь закрыто было, точно. Все, картинка сложилась. Трое дверей, да, я помню, помню. Вход в катакомбы администратума. Все погребенные услуги, а слуги Империума возведены в статус святых. Опа. А, блин, у нас уже есть дробаш. Обнаружено оружие. Да есть у нас такое оружие уже? Очень удобно с этой мелочевкой бороться с помощью этого плазмогана. Это, походу, просто... Кто же туда? Ой-ой-ой-ой. Дровяков можно с плазмогана валить, остальные... Соло, опа! Славные парни в шлемах, особенно. Но синий ключ уже вижу. Так, там... Он вот вижу. Здесь я чувствую, я по-любому не всех замочу, потому что вот эту мелочевку ее сложно заметить зачастую. Откуда? Еще вниз куда-то. Так, ну давайте пока все-таки доисследуем здесь все. Этих вот сложно заметить. Я их не вижу, и они меня. Еще и не с первого залпа умирают. Видишь, какие. Это еще ниже. А, не-не-не, это типа переход такой.
Давайте еще раз все бежим. Удостоверимся, что все утилизированы. Ну, вроде как да. Вроде как да. Недосягаемый маршрут найден. Ладно, хорошо. Ну, я вроде куда-то худо-бедно наверх поднимаюсь. А, ну да, все. Фух, ну и муторно там, конечно. Так, ну, ну где тут фиолетовые ворота? Это вот эти. Ой, еще пацаны. Откуда вы вылезли? Давайте посмотрим. Ой, тут много. Дверь открылась. Сюда. Да ёпта. Здесь дверь. И вон там дверь, да? Ага. А это без ключа. Понятно. Ну окей, давайте тогда в ту сходим. Очевидно, мы, зайдя в эту, выйдем через ту, как мне кажется. Сейчас пособираю немного этих штук всяких. Так, ну вроде все. А-а-а, вот оно что. То есть просто так я туда не войду. Обязательно пульт должен быть рядышком. Такое вот, как здесь. Ладно, хорошо. Давайте. Такого, это просто это череп тут тусуется. Так, там ничего. А жаль, могли бы что-нибудь туда положить. Тебе? О, мы обменялись гранатами. Ну-ка. Моя быстрее взорвалась. Сколько было стало? Ну, я всех по-читерски в кишке уделал. А, ну мы через улицу можем туда зайти, очевидно. Ну да. Вот так вот и не париться. Там вроде никого нет, раз не подсвечивается. Вообще, у меня сейчас появилась мысль, что как будто бы, наверное, там эти двери открылись, после того, как мы этот ключ здесь применили. Надо было, скорее, проверить. А то сейчас выйдем еще к финалу локации. О, это что-то снаряд, которым мы стреляли. Ничего себе. Thank you.
происходит. Не понял, тут такие здоровые зеленые куски вылетают. Думал, это как его. Просто типа несколько жаб случайно вместе стреляет, а это одна здоровая оказывается. Почесаться надо было. Бежим, бежим, бежим. Где? Закончится появляться уже, нет?
Так, дело плохо. Дело очень плохо. Хилов нет. Что делаем? Еще одно попадание, и мне, скорее всего, хана. Где враги-то? Я иногда просто вообще не вижу, откуда меня стреляют. Так, еще одна снизу. Но это маленькая. Вон там где-то. Да ладно, убил. Офигеть. На рандом чисто стрельнул. Ух, ну бой непростой был, конечно, честно говоря. А, вон там еще эти остались. Хм, это еще и не все. Офигеть. Так, ну теперь у меня есть все ключи. Вход расположен за дверными проемами. Че, пути запутаны, да? Оно и видно. А как есть... А, нет, не А, подождите, или А. Гранат нет. Вот теперь есть гранаты. Но я теперь вообще все собираю. Здоровья-то нету. Не сберег. Опять протокол зачистки, да ёптай. Ну давайте, где тут враги, раз уж я взял эту штуку. Что она мне вообще дает? И все тут с первого удара хотят умирать. Там она, зараза. Хилов нет. Блин, ну как они там хорошо стояли. Пусть это секрет опять. А это тоже секрет. Это вот при этом это не секрет. Неудобнее оборону держать, конечно.
где она? Грибак это здоровая. Охуеть, она мне всекает, конечно. Хотя вроде и не надо. Наверху еще оказывается. Есть хлы. А вот у меня их уже нету. 37, офигеть, но я сейчас походу отъеду. Так, меня это немножко спасет. Ненадолго это спасет. Офигеть, где ты взялся? Опять нету. Вот эть, что происходит? Как тут выжить? Но его походу сразу аннигилировал. Так, ага, у меня болтерит, а и патронов нету. Охуеть, вот все. Так, он меня в начале этого побоища сохранил, конечно. Но я слишком рано беру эту штуку. Потому что ее, в принципе, можно поначалу. Где вы? Выходите. Полный. Зеленые штуки нельзя трогать, я теперь понял.
Пробегаем, пробегаем, пробегаем. Присутствие снижено. Ну, не знаю, надеюсь. Это, кстати, у нас первая смерть была. Очень легко делали. Очень вовремя. Невидимости, но блин, это все, конечно, прекрасно, но мы там не открыли одни ворота. Я бы вернулся, да, попытался открыть их, потому что там, во-первых, очевидно секрет. О, он еще один долбоебик недобитый. Но это возвращаться, капец, как далеко. Я еще и не факт, что нам потом вспомню, как обратно вернуться. Да, это вот арена предыдущая, на которой я тоже чуть не отъехал. Назад вернуться. Хотя надо было там сохраниться и в случае чего загрузиться. Так, во. Супер, мы на месте. И параллельно этой двери. А она не открывается почему-то. Интересно, почему. Блин, так-то обидно. Почему? Что ж, ладно, я сделал все возможное. Я думал, что она чисто по умолчанию откроется, но оказалось, что нет, видимо, это не так работает. Ой, везде упал. Так, как выход отсюда где? Ага. Ну, на удивление, я даже не забыл. Как? Снизу, может, где-нибудь я уходил? Нет. А, да. Ну, плюс-минус отрисовал как-то в голове. Только я сейчас придется уже забыть конец уровня все-таки. Два уровня за час осилили. По 25 минут, грубо говоря, на каждый. О, 100% убийств. Ну-ка. Да ёптать. Опять не нашли какой-то секрет. Эх. Чё ж так не везет там? Так, перекресток мучеников тогда у нас уже отходит на следующую серию, а на этом мы закончим. Так что всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока-пока.
Потом можно, кстати, посмотреть, что мы прошли и как прошли. Тихие мученики и сектор Империалис у нас был, да.